инструментальная компания Incorp представляет сетевые дрели-шуруповерты DSHE240ER10 и DSHE280ER10. Инструменты предназначены для сверления отверстий в металлах, пластмассах, древесине, а также выполнения работ с использованием разнообразной крепежной оснастки. Работают оба инструмента от однофазной сети переменного тока напряжением 220 вольт. Мощность первого составляет 240 Вт, а второго 280 Вт. Как следствие, крутящий момент машин тоже будет отличаться. У дрели шуруповерта DSHE240 он будет равен 12,5 нанометров, а от DSHE280 – 14 нанометров. Частота вращения шпинделя на холостом ходу – 800 оборотов в минуту в первом случае и 830 оборотов в минуту во втором. Быстрозажимной сверлильный патрон, входящий в комплектацию шуруповертов, позволяет быстро и надежно зафиксировать оснастку диаметрами от 0,8 до 10 мм без использования специальных ключей. Максимальный диаметр сверления дрели шуруповерта DSHE240 в древесине 16 мм, в стали до 8 мм, а у DSHE280 немного больше – 20 мм в древесине и 10 мм в стали. Что характерно, вес у машин одинаков – всего 1,2 кг. Обе компактны в размерах. Также можно отметить великолепную эргономику и удобство расположения кнопок управления. В обоих случаях выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором позволяет наиболее точно подобрать скорость вращения оснастки в зависимости от выполняемой операции. Над пусковой клавишей удобно расположен ползунковый переключатель направления вращения шпинделя инструмента. Муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с различной крепежной оснасткой. Данный инструмент поставляется в картонной коробке с руководством по эксплуатации.